Доброго здоровичка вам, добрые люди! Я снова рад вас поприветствовать на своем канале. Не записывал видео по нескольким причинам. Одна из причин, просто не было вдохновения, а просто так, лишь бы что-то сказать, ну, как-то было неинтересно. Хотя многие зрители мне часто пишут: Евгений, выходи хоть с чем в эфир, хоть что рассказывай, нам все равно приятно тебя слушать. Спасибо, спасибо и за такие комментарии. А так, болел я, ну, я оклемался быстро, примерно за сутки, температура, вот. Температура так колбасила, что аж весь низ туловища, аж вообще аж... так колбасило, что ой-ой-ой. Вот, а так, все дети перетемпературили, пока что жена вот еще болеет, а так вроде всей семьей мы вроде уже перекумарили. Вот. Кстати, используем мы для помощи в лечении кошачий коготь. Это такое лекарственное растение, можете найти в аптеке, ну или заказать где-то, можете найти. Очень хорошая вещь. Также очень полезно растирание уксусом. Вот. Это такое старое, доброе, из нашего детства лечение по снижению температуры, высокой температуры. Уксусом взбивается замечательно. Позвонил мне, пока я ехал домой, позвонил мне зритель, и пообщались мы на такую тему, значит, ему темой для звонка был звонок от верующего человека, где они обсуждали, что есть истина и кто такой для него Иисус Христос. И вот, значит, мой зритель позвонил мне и поделился, значит, своим общением с верующим человеком. И вопрос у них, как говорится, встал ребром, что есть истина. Истина всего одна, сказал ему христианин, ну и, соответственно, ссылаясь на то, что в Евангелии говорится, Иисус есть путь и истина, и жизнь. А так как Иисус был один, соответственно, верующий человек говорит, Иисус есть истина, поэтому истина одна. И никто не приходит к Отцу, как только через меня, то есть через Иисуса Христа. А все остальные боги, которые есть, все они это лживые боги, ну и так далее, и тому подобное. На что я бы лично ответил такому верующему, да, согласен, истина одна, но одна истина заключается в том, что богов на самом деле много. И, кстати, если вы говорите, что Библия истина, кстати, в самой Библии не говорится нигде, что Библия есть истина. Давайте еще раз повторю внимательно, потому что вы об этом, дорогие братья и сестры христиане, не думали, да? Давайте медленно и еще раз. В Библии нигде не говорится, что Библия есть истина. В Библии вообще ничего не говорится про Библию. В Библии говорится, Слово Божье есть истина. А что такое Слово Божье? Слово Божье – это не то, что написано в книге или в чьем-то письме. Слово Божье – это то, что приходит к человеку лично. Хотя приходит даже не совсем слово. Приходит энергия, приходит знание, приходит мысль. А слово – это то, что уже высказано. По сути, сам человек с большой буквы на земле является Словом Божьим.
то есть выраженными мыслями Бога. Именно из Бога выходит Слово Божье, а если быть еще детальнее, из богини. Потому что именно природа отражает сущность всего мироздания, что у всего мироздания именно женская природа. То есть Вселенная, она женского рода. Это именно женская энергия. И она рождает. Дальше. «Я есть путь и истина и жизнь», сказал Иисус. Поэтому верующие говорят, что вот, кроме как через Иисуса, к Богу невозможно прийти. Все остальные идут в погибель. Я не согласен. Скажу так, если ваша религия не имеет любви, значит, у вашей религии нет пути и истины, и тем более жизни. Если в Евангелии говорится «Я есть путь и истина и жизнь», то смотрите в женском роде. Истина сама, если уж на то пошло, она женского рода. Правда, она тоже женского рода. Правда, кстати, от слова, отсюда же и прана, это, назовем так, высшая энергия, да, божественная. Правда, о как. Единственный путь, который тебя действительно приведет к Богу, путь, это не религия, это не соблюдение каких-то предписанных тебе правил. Это не то, что ты постишься 3 раза в неделю, как фарисеи, бьешь себя в грудь и говоришь, благодарю тебя, Боже, что я не такой, как прочие люди, да? Нет. Путь настоящий – это любовь. Истина – это любовь. Жизнь – это и есть любовь. Поэтому, если в Евангелии говорится «Я есть путь и истина и жизнь», то подразумевается именно материнское, божественное качество и проявление Всевышней любви. Всевышней Матери, которая есть любовь. Именно любовь есть путь. Именно любовь есть истина. Именно любовь есть жизнь. Вот почему по собственному откровению и знанию я уже говорю несколько лет, что Иисус, как о нем написано в Библии, да, Иисус. На самом деле это было, вообще, это метафорическая личность. Но по факту это, для меня по факту, для вас это может быть все что угодно. Для меня по факту это женское воплощение материнской любви, божественное. Поэтому первое, путь, повторяю, это любовь. Истина, это любовь. Жизнь – это любовь, без любви нет жизни. Если ты не любишь жизнь, у тебя ее и не будет. Сама жизнь и есть любовь, потому что жизнь вышла из любви, а все, что вышло из любви, оно соединено, оно вместе сплоченно. Посмотрите на вокруг, на всю природу. Вся природа вышла из любви, из великого божественного материнского начала. Именно любовь прокладывает вам путь в то, что вы называете небесным царством. Потому что если ты не идешь путем любви, а идешь путем религии, ты становишься жестоким. Тогда сразу всех людей, кто не принимает тебя с твоей религией, ты считаешь грешниками, отступниками, сынами дьявола и так далее и тому подобным. Ты говоришь, что никто не спасется, кроме, конечно, пути твоей религии. Вот если ты сядешь и трезво подумаешь через сердце, душу, совесть, вся земля полна, на самом деле полна людей, которые имеют любовь, милосердие, сострадание. По крайней мере, эти качества еще не полностью были искоренены из людей, живущих на земле. У некоторых все же эти качества продолжают присутствовать. Очень много можно видеть милосердных людей, добрых, отзывчивых. Даже в элементарных мелочах. Я подъехал недавно на автомойку, ну такая, знаете, помой сам.
Вот. Надо было просто отбить машину без пены, грязно у нас. Подъехал, думаю, коврики отобью. Повесил коврики на прищепку. Машину отбил, нормально, вода кончилась. Коврики грязные висят. Забыл я их отбить. Вот. Рядом машина подъехала. И я такой, а, показываю, коврики забыл. И знаете, мне просто понравилось. Абсолютно незнакомый человек. Да, говорит, нормально, не переживай. Говорит, я тебе их сейчас отобью. Я пока машину выгнал из бокса, пока он ходил, деньги отдал за помывку своей машины. Так он мне их отбил, еще и принес мне. Вы не представляете, как это было приятно, и как я человека отблагодарил. Это вот, казалось бы, такие мелочи, просто мелочи. Но ведь действительно приятно. Жизнь, она и складывается из таких приятных мелочей. Когда ты делаешь кому-то приятно, когда ты делаешь кому-то пользу, когда ты оказываешь кому-то помощь, когда тебе кто-то делает помощь, жизнь, путь жизни, любви из таких мелочей. И если вы делаете людям добро и идете путем любви и добра, но хочу сразу заметить, добро нужно делать с умом, а не глупо. Тогда добро будет обращаться к вам обратно с большей мерой, с добром. То есть, чем больше вы доброй энергии, позитивной вкладываете в своем пути, да, там, в какого-то человека, тем больше к вам возвращается. Но если это доброта с умом. Поэтому человек, который идет путем любви, всегда придет к правильному результату в своей жизни. Потому что именно любовь способствует нам, нашему развитию, способствует нашему совершенствованию. Потому что любовь и есть совершенство. А что такое совершенство? Это совместное вершение. Когда мы совместно поднимаемся на вершину, в пик божественной любви. То есть возвращаемся в материнское лоно Всевышней, которая есть любовь. Так что истина одна, да, и мать у нас одна, это любовь и правда, это вера, не в религиозном понимании, а именно в божественном, как ведание Ра, то есть божественных светов, божественных светил, божественных знаний. Вот что такое путь и истина и жизнь. Вот так, друзья мои. Всего хорошего вам, благодати вам, любви и процветания в вашем деле. Всем пока.